В 2017-м налогоплательщикам предстоит столкнуться с рядом значимых изменений. И самым важным из них является переход контроля за страховыми взносами от фондов к налоговикам. В связи с этим поменяется состав отчетности, регламент проведения проверок, размеры штрафов и так далее. С уточнениями следует обращаться в налоговые органы. Тем не менее, Пенсионный фонд России оставляет за собой ряд полномочий в этой области. ПФР продолжит администрирование страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, а также дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Работы по документальным проверкам, камеральным проверкам. Поэтому решение вопросов вот как раз по изменениям каких-то начислений, корректировок сведений персонифицированного учета, начислений страховых взносов за старые периоды, то есть до 1 января 2017 года, с этими вопросами надо будет обращаться к нам. А все, что касается работы администрирования страховых взносов с 1 января 2017 года, то это все однозначно переходит в налоговые органы.